Сегодня мы с вами приготовим солодкие пирожки с фасолью со сдобного теста. Так как мы с вами проживаем у соседства с Украиной, то этим рецептом користаемся и мы так само. Ингредиенты. Для теста нам треба 800-900 грамм муки и шклянка 1 молока, 150 грамм цукра, 3 яйки, 200 грамм масла, 2 пакуночка сухих дрожжей, 2-3 лыжки олею, 1 чайная лыжка соли. Для начиння треба 3 шклянки сухой фасоли, 1-2 шклянка цукру. Инструкция приготовления. Для начиння замочите фасолю у холодной воде на 6-8 годин, можно на ночь. Злите воду, залейте знов холодной водой на 2 пальца выше фасоли. Доведите до кипения. Зменшите огонь до малого и варите без соли. Фасоля повинна злегку развариться. У фасолю додайте олей и потовчите фасолю у пюре. Затем додайте цукор и смешайте до одностайной массы. Для теста разведите дрожжи у теплом молоце с доданием 2 лыжек цукру. И дайте смеси постоять хвилин 15, как дрожжи заробили. Яйки по каевой температуре узбите с остальным цукром до стану белой пены. Масло растопите. Коли отрымалось горячее, остудите до теплого стану. Злучите дрожжевую, яичную смесь и масло и добро смешайте. Додавайте невеликими порциями просеянную муку и замешивайте тесто. Тесто повинно быть мягким, эластичным и не липнуть до рук. Ком теста покладите у рундаль, те глубокую миску. Накрыть ручником и покиньте в теплом месте, как оно подошло. Тесто повинно повеличиться удвоя. Подошевшее тесто помните и помесите еще трохи. Поставьте тесто снова в теплое место, хай еще раз подыдет. Тесто снова помните трохи, трохи вымесите, сформуйте валики, з яких нарешті ровні кавалочки. Розкатайте з кавалочків теста оладки, покладіть на них солодкое фасолевое начиння і зліпіть пирожки. Кладите пирожки швом вниз на бляху, засланы папирой для выпечки. И поставьте у теплое место на расстойку на 15 хвилин. Смажьте верх пирожков с легко взбитым яйком. И поставьте в нагретую до 180 градусов духовку. Выпекайте пирожки около 20 хвилин до румяного стану. Остудите и накрыйте ручником. Приятного аппетита и смачных пирожков!